У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. И, допустим, есть Данила Горилла, который официально, типа, у него не... Заплатил деньги и... Теперь он хозяевар, да. Пацаны, я через Моргенштерн. Нет, плашка хозяевар, но мы все... Он, короче, нет, короче, дело было как... Он улетел в Дубайск и сказал, бля, ну, чтоб ты совсем не бедолажничал в России, давай я, короче, пацанам проплачу, и чтоб ты не скучал без меня, ну, вот будешь с ними тусоваться. Вот так. Плюс рэп Алишера. Что, он с нами? Потому что это наш брат. Вот, и мы просто пока его не можем вписать туда, потому что... У нас, типа, вот 6 человек в хозяевах, и когда мы стримим, у нас, типа, все должны постримить. И если мы добавим еще одного человека, то у нас просто не хватит физически времени. А если предложить какую-то космическую... Поэтому я иногда стримлю в параллель, ничего страшного. Блядь, жесточайшая нарезка, сейчас придумал, ребят, пользуйтесь. Моргенштерн заплатил хозяевам! Вот это вкладывайте. Бля, ебать, там миллионов просмотров будет. Да, было. Это многоходовка ебанута в уровне. То, что сейчас чат думает, что это не так. Алишер заплатил пацанам. Не так много, как мы хотели, но заплатил. Да, думаете, гелик вот это что? Там казик, думаете? Вот нет, это все наши части. Я фитом принял. Просто он еще не вышел. Он должен был выйти на Last One. В делюксе будет, в делюксе на лапал. Ой, блядь. Согласитесь, что ли? Да, блядь, почему? Да что ты... Нет, мы откажемся. Да ну не пиздите, все, мне откажется. Ну смотри, смотри, какие условия. Если чел может нам... Я сразу такой, ну смотри. Эй, Куро, turn it up. Shine out. Ты не хотела услышать мой голос в твоих ушах.